Видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Unit 1, часть 1, Section 3, раздел 3, Exercise number 42, упражнение 42. Tomorrow, you and your friends will have a picnic. Say, what you will do. Завтра ты с твоими друзьями выйдете на пикник. Скажи, что ты будешь делать? Так, для начала скажем, что завтра я со своими друзьями выезжаю на пикник. В будущем времени I will have a picnic with my friends tomorrow. Мы будем запускать воздушного змея. We will fly a kite играть в прятки. Play hide and seek играть в бадминтон. And play badminton. Мы будем нырять и плавать в речке. We will dive and swim in the river. I will have a picnic with my friends tomorrow. We will fly a kite, play hide and seek, and play badminton. We will dive and swim in the river. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.